Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. И сегодня я хотела с вами поделиться своими средствами по уходу за лицо, за кожей лица утром. То, чем я пользуюсь утром. Чаще всего, когда я просыпаюсь, я пользуюсь, то есть когда я умываюсь утречком, я пользуюсь либо вот этой пенкой от марки Guerlain. Именно пенка, мусс. Вот такая. Мне достаточно такого количества, чтобы умыться, умыть личико. Очень приятно пахнет, оно с лотусом. Хорошо очищает, хорошо увлажняет кожу, мягкая кожа, свежая, нежная. В общем, идеальное средство на утро для меня. Также иногда я пользуюсь вот этой пеночкой или крем-пенкой для умывания от марки Benefiance. Тоже уже говорила о ней. Приятная, мягкая, нежная, увлажняющая, не пересушивающая кожу. Хороший продукт. Далее, после того, как я умылась, я, конечно же, тонизирую свою кожу. Либо это у меня тоник Nanic, либо это у меня гидролат, наверное, если я права. Это Апейрон, я не знаю, там. Немецкая марка, натуральная, отличнейшие такие продукты. Пахнет розой, просто мой обожаемый мой аромат. И этот пахнет такой, ну, с витамином В, поэтому он увлажняющий, укрепляющий, защитный, то есть отличный продукт. Либо я пользуюсь вот таким вот тоже тоником Shiseido от... Вернее, с тоником Ibuki от марки Shiseido. Тоже уже говорила о нем. Хорошие продукты, мне они очень нравятся, и мне они подходят. Далее, в качестве дневного крема я использую увлажняющий крем тоже от Ibuki марки Shiseido. С SPF 15 у меня. Увлажняющая эмульсия. Это вот просто вот жиденькая такая эмульсия. Видите, она течет как молочко. Но также я его разношу, увлажняю между, растираю между ладошек и такими похлопывающими движениями наношу на лицо. Я не тяну лицо, я только прихлопываю. Так мне советует моя косметолог, чтобы не повредить, не растянуть кожу. Хорошо справляется с увлажнением. Кожа увлажненная, напитанная и в то же время защищенная. В принципе, мне нравится. Неплохое средство. Далее, использую я крем для глаз, либо вот такой Dior, даже не знаю, как он, Capture Total Multi Perfection Instant Rescue Eye Treatment против темных пятен и против припухлости. Ничего я не вижу, что он такое делает, просто увлажняет и все. Не особо. Здесь такой вот аппликатор, он холодный, то есть, в принципе, им очень приятно наносить крем на кожу. Такие охлаждающие действия, наверное, у кого действительно синяки и круги, как это называется, припухлости, наверное, очень действительно хорошо работает именно как охлаждение. Особо ничего не заметила с этим кремом, покупать больше не буду, но допользовать его надо, поэтому не советую. Вот. И еще один крем, господи, в чем это я, какие-то волосня. У меня это пробничек от миниатюрка от Guerlain, Abel Royale, подтягивающий крем для кожи в области глаз. Этот крем мне нравится намного больше, он действительно увлажняет, он действительно подтягивает. И мне вот такого количества достаточно на всю область глаза. То есть вот хороший, быстро впитывается, и мне он нравится. Вот хороший крем, ничего не могу сказать. И это, в общем-то, мой дневной уход за кожей лица, ничего особенного в нем нет. Наверное, все как у всех. Ну и, естественно, на неделе я делаю какие-то масочки, либо пилинги, но покажу их позже. Ну и, конечно же, я ухаживаю за губками, и за губками мой помощник в этом тоже крем от Sensai.
Total Lip Treatment крем. Очень хороший, обожаю его. И, наверное, вот в уходе за губами, как уходе, как крема для ухода за губами, вот это для меня лучше всего работает. Хорошая. Ну, это было, это вот все мои продукты, которые по уходу за кожей лица в утреннее время. Спасибо большое, что досмотрели видео до конца. Поделитесь, пожалуйста, вашими, что вы используете, что вам нравится, что вам не нравится. И вообще, умываетесь, допустим, ли вы пенками утром. Нужно ли это делать, допустим? Ну, мне кажется, что необходимо умыться и смыть омертвевшие клетки, остатки крема ночного, поэтому я умываюсь пенкой обязательно, либо умывалочкой любой другой. А может быть, достаточно только протереть тоником. Что вы думаете по этому поводу? В любом случае, спасибо, что досмотрели видео до конца. Я вас всех целую, обнимаю и пока-пока!